Владивостокцам напомнили о соблюдении правил безопасности в особый пожароопасный период. Сотрудники краевого МЧС совместно с представителями администрации города проинформировали граждан. Мероприятие проводилось в частном секторе Советского района. Его целью стало предупреждение возникновения природных пожаров и палов сухой растительности. Во время проведения бесед местным жителям раздали памятки с информацией о правилах поведения в пожароопасный период. На территории Владивостокского городского округа прошел рейд. В данном рейде принимают участие сотрудники главного управления, а также представители администрации. Целью данного рейда является информирование населения о введении особого противопожарного режима. А данный режим был введен 1 апреля 2023 года решением постановления правительства Приморского края. В связи с этим населению в очередной раз напоминают о действующем режиме и запрете разведения открытого огня, сжигания сухой растительности. Я всегда собираю и складываю, так сказать, ямочка определенная, если она там трава перегнивает. Многие граждане наблюдают сложившуюся пожароопасную обстановку, видят горение сухой растительности. Поэтому, граждане, будьте бдительны, соблюдайте требования пожарной безопасности, расскажите о требованиях пожарной безопасности своим близким, родным и неукоснительно их соблюдайте.